Я не знаю, как я жил без этой штуки раньше. В общем, это велошеринг, как я это называю. Краткосрочная аренда велосипедов. Парковки стоят в центре, ну, везде. У меня у подъезда 2 минуты ходьбы до парковки. И от офиса 2 минуты ходьбы до парковки. Я теперь доезжаю на работу за 13 минут. Берешь такой велосипед, есть багажничек маленький, доезжаешь. Короче, покупаешь абонемент, 150 рублей в день стоит, сутки точнее. 600 рублей на месяц и 1200 можно вообще на весь сезон сразу взять, с мая по 31 октября. И в эту стоимость входят отрезочки по 30 минут. То есть ты можешь с одной парковки взять и бесплатно покататься 30 минут до следующей парковки. А потом его надо... Потом его надо ставить обратно. Короче, ты можешь взять его бесплатно, на 30 минут покататься, через 30 минут поставить, взять следующий и еще 30 минут кататься. Вот. Но если ты превышаешь 30 минут вот на одном велосипеде, то следующие полчаса 30 рублей списываются с твоей карточки. Такой нормальный велик, удобные сидушки, седалище не болит. Комфортно, три скорости, по ровной, в горку и с горки. Вообще кайфово. За эту неделю я совершил сколько? Ну где-то 3-4 поездки в день. Умножаем на 5. 20 поездок на велосипеде. То есть я ни на трамвае, ни на троллейбусе, ни на метро не ездил. Ни на монорельсе. Чисто все на велике. Ну и на машине пару раз ночью прокатился, как бы все. Поэтому крутая экономия и денег, и времени. Ну, пока погодка хорошая, буду кататься. Вот я запарковался. Прокатился сейчас с утра 4,5 километра за 20 минут. Вот возврат, окей. Сейчас придет смс-ка о том, что все, велосипед возвращен. К оплате 0 рублей, так как я уложился. Короче, сегодня в ГУМе фестиваль мороженого. Сюда приехал весь город. Мороженое по 25 рублей стоит, но оно разных вкусов. Сюда приехал весь город, чтобы покушать, попробовать мороженое. Но когда я увидел эту очередь, я перехотел кушать мороженое. Вот это с левого ряда и до самого выхода стоит очередь за мороженым. Но есть человек, который стоял здесь с самого утра, с 6 утра, и все-таки сейчас к вечеру взял свое мороженое. Не, не зря меня мордатым называют. Я место работаю. Нормальный человек приехал и стоял. Я дождался его. Мне его вручал сам Меладзе. Валерий Меладзе, да? 25 рублей, ребят. 25 рублей. Приезжайте в Москву. Если чем заняться. Наверное, поставить в очереди за мороженым. И вот она сюда идет. Это станция монорельса. Самый первый сейчас, через 4 минуты придет самый первый вагон. Я еду в Лосиный остров изучать. Это национальный парк, который находится на территории Москвы. Ну и за пределами он переходит там. Это самая большая зеленая территория вообще в городе. Там я не знаю сколько гектар земли. И говорят, там реально ходят живые лоси. Даже на людей не нападают. Они вот прям в открытом, без загонов, без вольеров, они просто ходят в открытом пространстве. Вот, поэтому, короче, посмотрим, что там. Сегодня погодка обещает быть крутой. Уже сейчас утром плюс 20, то есть это очень круто. Уже жарко, в принципе, я одел свитер, но придется, наверное, снять и ходить в футболке. Вот, и я единственный на этой остановке. Никто в Москве в субботу так рано не просыпается. Я реально думал, когда, что город тут вообще никогда не спит. Да так же все, блин, в пятницу ночью все гуляют, в принципе, там до утра, да, тогда не спит. В будние дни рано утром выйдешь, ну да, там с 6-7 люди начинают. В субботу, вот, пожалуйста, 8 утра, Останкинская башня.
принципе, в субботу мы рано и гуляли, и на рассвете, и в 5, и в 6 утра вообще народу не было. В центре, там, где Москва-Сити, там вообще. Вот такие пироги. Река Яуза – это вторая по величине река после Москвы, реки в Москве. Я сейчас пытаюсь найти вход в парк Лосиный остров. Везде железная дорога, не знаю, как перейти. Каждый день как яркий сон, кручу свое колесо. Я живу, я люблю, я, мы, все вокруг. Каждый день как яркий сон, кручу свое колесо. Я живу, я люблю, я, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Мы, все вокруг. Мы, все вокруг. Короче, ушел я из Лосиного острова, потому что, ну, я пробегулял где-то там 2 часа, и я, не знаю, даже, наверное, 5% его не обошел. Там просто, если глубже в лес заходишь, то очень грязно, потому что вчера шел ливень. И с собой надо туда, если вглубь уходить, надо брать с собой хотя бы воду, там, ну, не знаю, поесть что-нибудь, потому что туда можно идти на весь день, и мне кажется, все равно его не обойдешь. Надо несколько дней, чтобы его обойти. Вот, и я ушел из Лосиного острова и пришел в парк Сокольники. Но это не тот парк Сокольники, который все привыкли видеть, точнее, это тот парк Сокольники, но это другой вход, вход со стороны Лосиного острова. И тут совершенно тоже дикая природа. И вот через него, если пройти напрямую, выходим вот в тот мейнстримовый парк, куда ходят все люди отдыхать, там, конечно, народу много. А здесь такое прям крутое место для отдыха. Тишине. Сидите, я вас не трогаю. Не Майами, конечно, но все равно пляж в центре Москвы. Люди там загорают. Каждый день как яркий сон, кручу свое колесо. Я живу, я люблю, я, мы, все вокруг. Каждый день как яркий сон, кручу свое колесо. Я живу, я люблю, я, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Я, ты, мы, все вокруг. Мы, все вокруг. Мы, все вокруг. Пришел я на воркаут-площадку позаниматься немного. Таких вот оборудованных площадок очень много по Москве. В принципе, на каждом районе есть, в каждом дворе. Здесь очень красиво, потому что здесь еще и пруд, и пляж, и красота, в общем. Занимаешься спортом прямо на природе. Кажется, чуть-чуть потеплее будет, можно будет заниматься и бегать прям, купаться в озеро. Короче, позанимался на площадке на воркаутской. В общем, я не говорил еще об этом во влогах, но за время проживания в Москве я за 2 месяца скинул вес на 10 килограмм. То есть я приехал, весил 95, сейчас я вешу 85. Этот вес у меня установился месяц назад, в мае. И до сих пор в течение месяца мой вес держится 85. В принципе, для моего роста 1,85 м это, как бы, ну, мне кажется, идеальный вес. Вот. Но это все потому произошло, потому что я много двигаюсь, хожу, плюс питаюсь. Ну, по крайней мере, по будням питаюсь правильно. Вот. По выходным, конечно, ем все, что подряд, объедаюсь и так далее. Вот. Но по будням, как бы, питаюсь по режиму, по правильному питанию. Кому интересно, могу рассказать. Так я сбросил 10 килограмм. Ну вот, к чему я это все? К тому, что заниматься на турниках, например,
гораздо проще и легче подтягиваться, отжиматься на брусьях, короче, делать гораздо легче, когда ты на 10 килограмм меньше. То есть ты вообще прям просто взлетаешь вверх вообще. Очень легко, очень кайфово. Сейчас потеплело. В принципе, в футболке уже не холодно. Если такая температура будет продолжаться, то буду бегать в парк. У меня как раз рядом есть воркаутская площадка. Где мы, Кирилл? Короче, наконец-то. Вокруг, блядь, непонятная какая-то... А, здорово, да, брат. Эй, пи, брат. Москва, Одесса, я, брат. Стас, Дюша, Метелки. Black Star Burger, ей. Короче, мы пришли в Black Star Burger, но не за бургерами, а у них появилось мороженое. А, мороженое стоит 235 рублей. Сейчас мы его попробуем. Два вида взяли, попробовать. Ну, очередь хотя бы уже рассосалась не такая, как была, когда они открылись. Сейчас. Наконец-то мы получили наш заказ. Короче, это мороженое от Тимати, да, дают перчатки. Одевайте кто-нибудь перчатки, надо для влога перчатки заснять. Кирилл, на, одевай. Течет, да? Господи, не продумано как. Ну, потому что это вафля, ну конечно. Вот это вафля? Вата, прикинь, сладкая. И вата сладкая. Внизу вафля. Ну, блин, а дали салфетки? А, или просто надо в перчатках, да? На, тебе надо по-любому перчатки одевать. Ну, давай, ладно, я одену. И что это продумал? Перчатки. То есть даже к мороженому выдают черные перчатки, да? Да. Ну как выдают? Берешь. А, просто берешь. Я постою. Давай залази рукой. Ну, раздевайтесь. Давай я буду держать, хочешь? Не надо, Не надо. А что это, маршмеллоу? А что это такое? А, это сахарная вата? Что они мне подшивают? Мармеладку уже брали? 60. Идем, идем. Давай. А это блэк мороженое. Коричневое оно больше. Давай, может, это твое положить? Карман. Короче, два вида мороженых. А я вот это буду. Цветное и черное. Но оно нереально вкусное, реально. Вот просто я сейчас попробовал, просто бомба. Оп. Блин, пойдемте на ту сторону, Саня. Бомбита. Мне все по рукам. Мне прикольно. Блин, мороженое кайф. Это лишь горь.
чужим берегу прирос. Ты сам, конечно, не один, но там скорее затопись. И путь концы нам вроде пристальный мотор. Найти бёсла у затона. Рядом, рядом, рядом. Андрей, а ты же брал, да? Семечки. Ну, семечки у Кати есть. Я бы не говорил, что парики взять, а он сказал, что с Катей будет. Так и сказал. Чё? Чё за подставы? Всё, ложись. Ложись. Чиллаут после субботы. Что ты меня заматываешь, Ричик? На перегонки. Ближе, ближе их подгоняй. Это та пушистая собака, с которой я сегодня гулял? А что? Именно он. А ну, убери. Из худого малыша.